Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня я буду сажать астры. У меня тут 4 вида. Вот, я хочу их посадить в один ящик, чтобы места много не занимало. Сюда вот этот ящик поделю на 4 и хочу посадить в закрутку. Вот, посмотрим, что у меня выйдет. Посмотрите и вы, если вам интересно. Вот. Теперь для этого мне надо сначала посмотреть, где поскольку семян положили. Потому что вот, ну, вот этот сорт я открыла. Смотрите, какая она красивая. Красная. Монтезума. Так, высотой 50 сантиметров. Очень красиво. Вот открыла я и забыла, что открыла. Я рассыпала на пол. Пришлось собрать. Вот. Так, теперь посмотрю это. Я уж сегодня не буду этот на камеру открывать, потому что время. У всех времени нету смотреть. Быстро-быстро. Поделю этот ящик на 4 части. Поделю я вот спичками. Вот сюда я уж посажу вот этот сорт. Монтезума. Так, вот из тарелочки возьму вот так. Можно пальцем даже. Я никого не учу, все знают, как сажать. Все. Все посеяла сюда, посадила. Это вторая. Вот эту красоту теперь. Аннушка. Чтобы не запутаться, вот я вот так себе отмечаю. Чтобы быстрее мне найти. Вот 7,7. И сюда в ящике тут отмечу 77. И буду знать. А то название сортов писать это длинно и долго. И вот так закрываю. Вот таким пакетом. И все. Не трогаем. Я 3-4. Так, вот беру пакет вот такой пищевой. Над пакет кладу вот такие бумажные салфетки. Теперь надо побрызгать. Теперь сюда раскладываю семена. Друзья, теперь я вот отмечу, где у меня кончается же вот этот сорт. Я сюда вот приклею. Вот такая у меня есть. Бумага наклею. Напишу сюда вот этот сорт. 33-й. 33-й у меня и тут в ящике тоже. Вот так я разложила семена. Теперь поверх семян кладу еще вот салфетку. Теперь брызгаю. И закручиваю. Сильно меня не критикуйте. Получится, получится. Так, что тут у меня? Вроде ровно, вон семена видно. Семена видать. Так. Так, так. Вот, видно, да? Ну, посмотрим. Как всходы будут, я покажу вам, сделаю ролик. И покажу. Так, где там у меня шов, и вот так заклею и поставлю вот пакетик, чтобы было тепло. Буду подглядывать, вот так поставлю. Ну вот, друзья, тут у меня в ящике 4 сорта я посадила, вот эти семена. Промаркировала, мне так удобно. 44, там 44. Чем писать длинные имена, мне так удобно. И посадила еще вот сюда в улитку. Если вам понравился ролик, то заходите еще в гости. Пока-пока.